Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции «Фиксировка» следующая. Точки ВБ-38 в помощь нам с вами при частых вздохах. Вот человек проявляет такой, скажем так, непонятный рефлекс у него вырабатывается, и он часто вздыхает. При этом страдают его легкие, раз, при этом страдает его сердце, два, при этом страдает его кровь, три, и при этом, в конце концов, что страдает сам человек, потому что он начинает за собой наблюдать, что что-то не так. А не так в той ситуации становится, когда человек, скажем, что, первое, не следит за своим дыханием. Это самое первое. Второе, неправильно дышит. И третье, скажем так, не то, что неправильно дышит, не то, что не следит за своим дыханием, а даже не видит и не чувствует, здесь слово «не видит» немножко неправильно, правильно будет слово «чувствует», как наполняется его, скажем так, полностью грудная клетка, а здесь подчеркну, да, не грудная клетка, а диафрагма, полностью наполняется, скажем так, вдохом. И у человека что? Постепенно вдох превращается на частые вздохи. Помните, уважаемые зрители, что все болезни изначально формируются у нас с вами, у всех, от неправильного дыхания. Запомните, это самое первое. Любая болезнь проявляется, и уже в возрасте человек обращается, допустим, приходит на диагностику, задаешь вопрос, а вы когда последний раз нормально дышали? Полностью вдохните грудью, а человек не может полностью вдохнуть грудью. Потому у человека начинаются частые вздохи, и человек чувствует, что его начинает посещать дискомфорт. Вот если у человека очень часто начинают проявляться частые вздохи, и человек не от этого чувствует и дискомфорт, и ему неприятно в грудной полости, в диафрагме, в солнечном сплетении, то, пожалуйста, поработайте с точкой ВБ-38 Янфу. Но помните, вот здесь вот хотелось бы подчеркнуть, точка ВБ-38 Янфу вас не научит правильному дыханию. И здесь вы должны сами стараться учиться правильно дышать. Этот процесс трудный, он реальный, им нужно заниматься. Но если у вас на первом этапе только вы почувствовали, что начинают частые вздохи вас одолевать, то точка ВБ-38 вам в помощь. Спасибо за внимание.